I could drive as well as CJ, man. I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now, you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами М3А2, и да, мы продолжаем с вами проходить GTA San Andreas, у нас уже третья серия, и да, погнали. Так, отвез их парней на территорию Баласа. Подожди, а на кой нам туда надо? Вот эту миссию я что-то плохо помню. Ну, возможно, по мере ее прохождения я исполню. Ах, да, точно, что я хочу первое сказать. В общем, да, поздравляю с 8 марта всех представителей женского пола на моем канале, да. Поздравляю. Ну и да, собственно говоря, погнали. Yeah, ball is turf. You dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shoot. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Хорошо, хорошо, не буду останавливаться. Так. Погнали. Так, да, хорош, хорош, хорош. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. Соберем у них оружие просто, ну как вы знаете, мне оно очень сильно нужно. Так, все, погнали. Хорош, 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 хорош. Так, давай, давай, гаси, 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 гаси. Хорош. Так. Man, what I tell y'all? Told you he was a buster. Get this cachondeo on the road! Stab out of here, CJ! Все, погнали дальше. Так, погнали. Опа, видали как. Видал, как мощно я их. What is you doing? CJ! Carl, don't run out on me again! Let's roll! Man, you gotta ease up some. Сюда. Stab out of here, CJ! Smash on it, Carl, smash! Carl Smith. И пизды, как получается, стоит тебе. Так, ладно, тогда погнали сейчас. Да харе уже, блин, заколебал. Че, нельзя что ли оружие забрать? Мне нужно оно. Вам-то легко говорить, блин, а мне-то нужно оружие. Так, все, погнали. На самом деле, я сейчас чисто по интуиции ее выполнял, так как я эту миссию вообще плохо помню. Я честно признаюсь, я ее очень плохо помню, эту миссию. Я практически вообще не помню, так что... Я эту миссию прям выполняю прям по интуиции, так что да. Ну я ее, так понял, прошел, да? Так, ладно, погнали. Сюда вот. Хорош. Погнали, починим точилу. Причем, блин, за мой счет. Охрененно просто, какого черта, это как? Соберем мне оружие, потому что, ну, знаете, оно мне нужно. Соберу деньги. Не, ну а что это такое, в смысле? Я починил машину как бы за свой счет. Они даже не скинулись. Вообще капец, блин.
Чё, я заслужил? Я заслужил. Так, погнали на Groove Street. Groove Street так сюда. Да, все, мы на Groove Street. Все, отлично. Вот. Я думал, что ее не будет. Я думал, что зонах, почему ее нету. А тут все теперь она появилась. Прекрасно. Так, погнали еще за миссией. Погнали еще. Подружка Свита? Подожди. Вот это, кажется, я помню чуть-чуть, да? Fuck the head. Damn. Fuck it. Hey, Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drive by Emmett to get heated. Хорошо. Погнали, короче, к Эмиту. Вооружимся сейчас у него. Свит. То есть мне нужно сейчас успеть, чтобы Свита не грохнули. Проблема, блин. Твою мать. Я сейчас вдруг что обосрался. Здорово, чел, извини, я у тебя заберу тут. Я сейчас должен тут машинку, не против? Не против, ничего страшного. Все новые купишь, я знаю. У тебя денег до хера. Так, ладно, поехали, поехали, поехали. Восточный пляж. Фига, мы так быстро что ли территорию там бегали. Так, сюда. О, фак, там балсы, да? Балсы ищить. Ой, бля. У Свита это самое. Сейчас придется это самое. Вот не зря я взял оружие, не зря. Не было бы у меня оружия, все плохо было бы. Твою мать. Это кто? Это... Да, это балс, это балс. Все, отлично, ну что это... Подожди. Это грувстритовцы. Это грувстритовцы. Они тоже гасили по этому. И они тоже гасили по... этому, блядь. Свиту. Хотя это грувстритовцы. Это грувстритовцы. И они по нему гасили. В смысле, что, предатели, что ли? Охерел, что ли? Пошел он. Ну. That's my brother. Get a car, we'll meet you out front. Окей. Четырехдверный. Ну вот, есть мой автомобиль четырехдверный, что тебе надо? Не, а смотрите, а ведь это. Ведь это грувстритовцы. Это грувстритовцы, и они, то есть, гасили по Свиту. То есть не предатели, что ли? Вот эту миссию, кстати говоря, тоже не особо слишком помню. Сначала я такое помню, но как бы не особо. Так, 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 тихо, тихо, блядь, я развернулся. Перевернулся, так, куда им? Сюда, тут короткий путь. Все, я же говорю, тут короткий путь. Прекрасно. Все. I see you inside, baby. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Сейчас пять будет. Да. Уважение плюс. Хорош. Так погнали к Райдеру. Возьмем у него какую-нибудь миссию. Приходите к нас 20.00. Чё мне предлагаете? Чё мне делать? Наверное, я пойду. Чё мне поделать, блин, с 12.00 до 20.00? Да, кстати говоря, я помню тут. Что тут у Райдера на заднем дворе кое-какая штучка есть. Точнее, штучки. Здорово. Ладно, короче, не знаю, давай погоняем пока, что поделаем, чтобы дождаться.
времени, то есть 12 по 20.00. Так, едем. Поездим, да, не знаю, может, что-нибудь там, не знаю. Балласа встретим, чё бы нет. О, подожди. Big Smoke. У него тут светится, у Big Smoke. Может, что-нибудь у Big Smoke? Да, можем у Big Smoke что-то взять. Погнали к Big Smoke, хорошо. Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Джефф. А вот эту миссию я помню. Вот эту миссию я помню, кстати говоря. То есть две прошлые я не особо помню, ну точнее, первую вообще не помню, вторую я не особо помню, вот это, кажется, помню. Да! Эту миссию я помню. Это этот, рэпер. Ну, ща, короче, смотри. Ща вы увидите, о ком я имею в виду. Оглок. OG-лок. Ну, короче, сейчас вы увидите. Вот я о нем, кстати говоря, еще говорил раньше. Вот стри. Сейчас. Да, вот, это он. Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff. I thought you was going to college. Fuck you, motherfucker! Done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, won't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Дому Фредди? Ну, как бы, думаю, вы поняли. О чем я подумал, точнее. Не о чем я именно подумал, о чем подумали большинство из вас. Фредди, в смысле, ну, думаю, вы знаете, о ком Фредди. Но нет, это не тот Фредди. О ком вы думаете? Это другой Фредди. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Так, ну ёб твою мать, ну хотел нормально, блин, ну нормально же хотел повести, нет. Обязательно нужно втолкнуться во что-то. Так, кстати говоря, да, опять же повторюсь, эту миссию я помню с этим OG Локом. Этим Джеффри, я ее прекрасно помню. То есть, так, подожди, мы сюда вот едем. Потом все тихо. Нормально доехать. Так, сюда вот. И вот сюда вот заворачиваем. Тихо, тихо. Да ты, твою мать, я уже три раза столкнулся, блин, во что-то. Столкнулся. Так. Вот, тут же Фредди у нас. Не тот, опять же, Фредди, о котором вы по-любому подумали, а другой Фредди. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on the set. Loke. What? Freddy, I've come for you, you motherfucker. Hey, Loke, hold up. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, motherfuckers making a run for it. Vagas. Это Вагас. Подожди, это Вагас, это Вагас, это Вагас, бегу все. То есть, подожди, Фредди. Вспомнил, да, Фредди же это Вагас. Claro,
пожалуйста, не стреляй косо. Так, сюда. Так, сюда. Это Фредди Гюм? Это Фредди Гюм, серьезно? Я думал, что это... А кто это такой? Ну это... Так, сюда. Так, сюда. Ну, понимаете, хватит уже говорить с педрастическим голосом, содрал уже, так. Ух, ёб твою мать. Балосы, только не балс, пожалуйста, балс, пожалуйста, только не агрись, балс, пожалуйста. Да, мы тут ездим за Вагасом, не обращай внимания. Мы ж пока что еще с ними не союзники, так что... Ну, твою мать, когда я по тебе... Когда он уже по тебе попадет, блин? Да я, блин, легче к нему сам попаду, задрал уже. Я реально его быстрее так убью, серьезно, заколебал уже. Вообще попасть не может, я так быстро его так замочу, блин, серьезно, задрал. Ду, блин, ну давай. Вот так, короче, сделаем. Просто. Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely, Low? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man. Look at you. All muscly and shit. I hope my... I wish I could have tonight. Man, I got 17s on a head. Погнали в бургер шоп. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Gangster. Gangster, блядь. Генст работает в бургершоте, блядь, на пляже, классно. Так, ладно, погнали. Погнали. Так, сюда. Сюда. Тихо, бля. Машину очередную сейчас, блин, разобью. Хренам собак. Да. Угу. Да, так все и задумано, не обращая внимания, так все и задумано. И дверь вот эта приоткрывшаяся тоже задумана, что ты хотел? И вот это тоже задумано, да, что ты хотел? Так.
Так, вот бургершоп, неужели доехали? Тихо-тихо, отойдите в очко. Все, отлично, так нет, сюда вот, все. Прекрасно. Обожаю, обожаю, блин. Приходи с 26.00. Ну там видно уже это самое. Так, Сайвер, давай зайдем в Пуркетшот. Восстановимся и здоровье. Короче, да, там, возможно, уже, даже невозможно, а реально уже, то есть, появилось задание у Райдера. И, да, в общем, вот так вот. Ну, а выполним мы это уже, естественно, в следующей серии, так как уже по времени так нормально. В общем, да, ребят, думаю, нам стоит на это пока что закончить. С вами был я, Apple Red 2. Ну и всем пока.